Всем привет, дорогие друзья! С вами Мирослав. И сегодня я вам покажу, как при помощи верстака разрисовывать флаги и верстак. Для начала я покажу, как просто сделать сначала самые простые детали такие. Например, берем и делаем вот так вот. Тоже такой простой вариант. И смотрите. И мы получили с вами вот такое вот знамя. В принципе, красивое. Также еще можно брать и делать это, допустим, под другим углом. Или взять это же знамя и сделать вот так вот. Потом взять, допустим, это же знамя и сделать так. Мы получим с вами вот такой даже маленький курсор. Также еще можно брать и делать просто, можно сказать, палки такие. Так, берем и вот так вот. И делаем, допустим, так. Так, нет, так не получится. Нужно все-таки придерживаться правил Майнкрафта и разрисовывать только так, как надо. Вот мы с вами получили одну полосу. Теперь берем, ставим это и рисуем вторую полоску. Так, теперь обратно ставим и посмотрим, можно ли сделать вот так вот. Можно. Ух ты, смотрите, у нас с вами уже... получаются уникальные флаги такие. Вот, например, вот так вот. Тоже очень красиво. Так. Сейчас давайте я обратно поставлю. Или можно брать и использовать что-нибудь другое. Вот. Давайте возьмем, например, так. И сделаем довольно необычный. Так. Так, так, так. Так, это я выкину, пожалуй. Теперь берем, делаем вот так вот. И опа. Вот так вот. А теперь берем, ставим. И снизу делаем так. Вот так вот. И посмотрите, какой мы с вами получили красивый переход. О, очень даже здорово. Вот так вот смешиваются разные цвета. И даже чем-то похоже на закат. Да, ребята, смотрите, это как небольшая картина. Вот солнце, вот море, а вот небо. Так, так, такой тоже вариант. Ой, так, у меня выпало. Странно немного, потому что я ставлю знамена, и у меня обязательно что-то ломается. Смешно довольно получается. Так. Ну что ж, и давайте продолжим. Так, возьмем... Нет, не печку, а мой сундук. Верстак, вернее. Так, давайте попробуем сделать так. И так вот. Просто взяли и поставили вот такой вот символ. Далее можно взять и добавить абсолютно любой. Например, вот так вот. И сделаем вот такую вот рамочку. Потом сделаем такую полоску. Вот так вот. С другой стороны сделаем точно такую же полоску. Так, можно? А нет, походу нельзя. Ладно, тогда сделаем вот... Нет, и так не получается. Ладно, в принципе, так красиво получилось. Вот такое вот знамя. Его можно брать и закрашивать. Теперь давайте попробуем добавить уже немножечко глубину
глубину деталей. Возьмем уже красное знамя и будем уже на красном рисовать. Мы можем делать абсолютно любые флаги так. Вот, например. Возьмем, к примеру, нет. А, хотя да, сейчас я попробую сделать один флаг. Угу, так. Нет, не так вот. Нет, значит, не так. Сюда кладем в угол. О! Та-дам! И у нас с вами получился флаг Дании. Вот. Угу. И теперь давайте попробуем еще сделать. Так, берем опять-таки белое знамя. Нет, давайте синее. Да, синее. Берем и белый краситель нам еще нужен. Красители. Вот они, красители. И берем белый краситель. Вот так. Вот так. Так, это выкидываем. Угу. А белый краситель мне еще пригодится. И теперь давайте ставим в центр. Угу. Та-дам! У нас с вами получился флаг России. Да, ребята. Вот, еще сделали вот так вот флаг России. Так можно делать абсолютно любые флаги. Сейчас я попробую сделать еще один флаг. Так. Угу. Берем белое знамя, ставим в центр. И берем красный краситель. Так, берем красный краситель и делаем вот так вот. Мы с вами получили полоску. Это нам больше не пригодится. Выбрасываем. Ставим так. И теперь берем синий краситель. Ага. И смотрите, у нас с вами получился еще флаг Франции. Также еще с точностью можно сделать флаг Италии. Берем также белое знамя. Вот так вот. И давайте вот так вот поставим его. Нет, лаймовый цвет нам здесь не нужен. Нам нужен чистый зеленый. Зеленый. Вот так вот. Готово. И готово. У нас с вами получился еще и флаг Италии. Флаг Дании мы еще с вами сегодня сделали. Давайте спустимся вниз. Внизу у нас тут вообще очень много разных флагов было. Флаг России. И запомните, можно делать это не только из белого знамя. Знамя можно брать любого цвета. Например, чтобы сделать флаг Дании, я взял красный цвет. А и флаг России я взял синий. То есть для каждого флага нужно выбрать особенное знамя. Даже можно использовать еще и знамя злодеян. Спасибо за внимание. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под роликом. С вами был я, Мирослав. Всем спасибо и всем пока.